Конечно, можно здесь поругивать Центральный банк. Я знаю, что я же каждый день в контакте с коллегами, скажем, из реального сектора экономики. Я знаю, как они ругаются на Центральный банк. И знаю их аргументы. Я знаю неудовлетворенность реального сектора от повышения ставок. Но если этого не делают, то у нас может быть как в Турции. Вот в этом же проблема. И это серьезный вопрос, серьезный вызов. Конечно, надо аккуратнее здесь этим инструментом пользоваться. Но Центральный банк проводит независимую политику. Вам может показаться это странным. Я не вмешиваюсь в работу Центрального банка.